Краснодарском крае сегодня действует около 7 тысяч некоммерческих организаций, большая часть из них социально ориентированные. Их активная деятельность помогает органам власти края всех уровней вырабатывать новые эффективные решения в области образования, здравоохранения и соцзащиты. Только в 2014 году общий объем госфинансирования разработанных ими общественно полезных программ составил свыше 80 миллионов рублей. Самые перспективные представили на выставке социальных и инвестиционных проектов. Проекты, которые мы сегодня представляем, это проекты некоммерческих организаций, уже получивших поддержку от государства, привлекут внимание там, того же бизнеса, других организаций. И мы их не зря называли социальными инвестиционными проектами, потому что здесь представлена перспектива их развития. В Сочи также активно развиваются программы социального партнерства. Одна из некоммерческих организаций «Лига женщин Мосдобра» уже несколько лет активно помогает детям с ограниченными возможностями здоровья и просто малообеспеченным семьям. Собирает деньги на операции, реабилитацию, школьную форму, помогает развиваться творчески. Еще один масштабный социальный проект Сочи – это создание безбарьерной среды и помощь маломобильным. Пример в том числе социальной ответственности бизнеса. 1400 объектов города, а это частные объекты в основном, они приводились в доступности за счет средств в основном самих наших жителей и собственников. Это еще раз подчеркивает то, что мы, жители Краснодарского края, жители города Сочи, действительно люди милосердные, люди, те, которые готовы поддержать человека, нуждающего в нашей поддержке. Первый Южный форум социального служения завершит свою работу завтра. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.